Что, всем здорово, пацаны, с вами Грасс Монтана, и, наверное, кто-то заметил то, что я забросил свой канал, но у меня появились потусторонние, да, блин. Короче, у меня появились дела, там, работа, учеба, ну, там, личная жизнь, все такое, вот. Как бы времени на канал не было, и тут я в очередной раз хочу его возобновить, работу канала. Ну, теперь я 100% даю гарантию, то, что будут выходить выпуски, но навряд ли будут они, конечно, по сампу, будут выходить 100% по CS GO, по... Не знаю, блин, почему еще. Какие-нибудь монтажи будут, да. По сампу, скорее всего, будут только монтажи, а вот по КС-ке будут как бы там ходить какие-то, не знаю, моменты, не моменты там. Вот. Ну, открытие ключей и так далее. Вот. Steam я укажу свой в описании. Если кому-то не жалко хоть один ключ, то, блин, киньте, что ли. Вот. Я с радостью буду... Точнее, я с радостью буду снимать выпуски про открытие ключей, но как бы, чтобы было больше ключей, как бы, я, ну, сам-то их, конечно, я как бы, ну, это буду покупать, но чтобы было больше, как бы, не жадитесь, киньте, пожалуйста, там все такое. Вот, конечно же, я оставлю ваши контактные данные в описании под видео, когда уже выпущу открытие ключей. Вот, ну, будем надеяться на нож, там, вся хуйня. Вот. Ну, вроде бы все... Что я хотел сказать. Может быть, даже будут какие-то, блин, по Майнкрафту. Ну, монтажи них будут. Не летсплей, сразу говорю. Ну, а так все, в принципе. Подписываемся на канал, добавляем меня в друзья. Ссылка будет в описании. Вконтакте, потому что у меня новая страница. Вот. Ну, отвечу на ваши вопросы, какие надо. Скайп, сразу говорю, в скайпе я сижу редко, так что пишите лучше ВКонтакте. Контактные данные будут в описании. Ну а всем пока, с вами был Грасс Монтана. Подписываемся на канал, ставьте большие пальцы вверх, ждем новых выпусков. Завтра будет уже по КС-ке.